Не смог выбраться из квартиры. В Магнитогорске при пожаре погиб пожилой мужчина. ЧП произошло воскресным утром в доме по улице Калинина. Будучи инвалидом по зрению, пенсионер не успел покинуть полыхающую комнату. Дым из квартиры обнаружили соседи с верхних этажей и сообщили о случившейся пожарную охрану. Пожарные проникали в квартиру через окно. Внутри помещения, в спальной комнате, где было обнаружено горение вещей и мебели, был обнаружен труп мужчины, пенсионер, который находился в данной квартире один. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации электроприборов. Это уже 9-я жертва огня с начала года. В МЧС отмечают, по сравнению с тем же периодом 2018-го, количество погибших значительно увеличилось. Есть и первый пострадавший на пожаре ребенок. В квартире на втором этаже в левобережной части Орджоникидзевского района в результате неосторожного обращения с огнем со стороны владельца данного квартиры при курении, значит, отравление продуктами горения получил ребенок 10-летнего возраста, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Всего за выходные в городе зарегистрировано 3 пожара. Еще один инцидент произошел на частной территории, бывшем стадионе «МАГУ». Здесь на ходу загорелся моторный отсек в автомобиле «УАЗ-Патриот». Причина – нарушение правил технической эксплуатации.